сердечно поздравляю вас со 104-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. В нашей республике чтят историю, и это очень важно. Великая Октябрьская социалистическая революция – это одно из эпохальных событий прошлого века. Она оказала влияние существенно на всю ход мировой истории. И это отрицать нельзя, понимаете? Тот, кто не знает своего прошлого, не может строить будущее. Для Республики Беларусь, в первую очередь для народа Беларуси, она дала государственность. Благодаря Великому Октябрю произошли изменения. Наша республика превратилась в индустриальную, научно-техническую, культурную страну. И мы это все должны показывать молодежи, потому что молодежи строить будущее. На самом деле, сегодня патриотическое общество, в том числе молодежь, переживает второе дыхание. И это дыхание слышно далеко за пределами нашей страны. Этот праздник консолидирует общество, консолидирует поколение и формирует своеобразную нить, связывая историю, современное и будущее. Без него не было бы ни общественных объединений нынешних, ни комсомола, ни классического института парламентаризма, который у нас сейчас существует. Молодежи жить в новом обществе. И все, что сегодня происходит, это те памятные начала, которые должны определить общество, развитие, где должна утвердиться по-настоящему государственность, социальная справедливость, все, что касается демократических принципов жизни, условия, при которых молодежь чувствует себя спокойно, уютно и надежно. Таким должна быть государство. Беларусь идет по этому пути. Поколение новое, новая жизнь, и она должна быть более благородной, более спокойной и более надежной. Поэтому я для молодежи желаю великого-великого счастья. Считаю, наше молодое поколение должно понимать предыдущий опыт, воспринимать его и, возможно, в том же ключе продвигаться в будущем. Многое понимает, но, по крайней мере, вот ценность победы в Великой Отечественной войне он понимает, а, соответственно, понимает, какой ценой это досталось и благодаря чему. То есть на основе социалистической базы эта победа произошла, как мы смогли победить там самую сильную армию в Европе на тот момент, благодаря социалистическим каким-то победам, благодаря коммунизму. Вот это он уже начинает понимать. Плюс фильмы того времени, вот, это он постепенно начинает к этому приобщаться.